В Люберцах начались торжества, посвященные Дню защитника Отечества. В честь государственного праздника в городском округе проходят тематические встречи, патриотические мероприятия и концерты. На главной площадке работала съемочная группа нашего телеканала. Бессменная локация концерта ко Дню защитника Отечества – Люберецкий дворец культуры. Атмосфера праздника чувствуется сразу с порога. Гостей встречает оркестр. Этажом выше тематическая выставка и мастер-классы от юнармейцев и воспитанников кадетской школы. А в зале уже тем временем собрались главные гости праздника – ветераны и участники Великой Отечественной войны. Это праздник не только советской армии или мужской. Это праздник всего великого советского и российского народа. Я хочу, чтобы у всех все складывалось в жизни хорошо и чтобы самое главное – было мирное небо. Я жалею сейчас тех ребят, которые с нами не присутствуют, а находятся на передовой. Я очень переживаю. Концерт начался с торжественного выноса флагов Российской Федерации, Московской области и городского округа Люберцы. После этого в зале Дворца культуры прозвучал гимн страны. Сегодня мы отмечаем наш государственный праздник – День защитника Отечества. В этот год, как и в прошлый год, он звучит по-особенному. И, конечно же, сейчас мы все находимся в состоянии глубокого уважения к тем солдатам, офицерам, добровольцам, которые защищают рубежи нашей Родины. К сожалению, большому сожалению, если мы посмотрим на государство российское, на государственность, постоянно приходится защищать, жертвовать жизнями, проливается кровь. И сегодня это не исключение, поэтому сегодня хочу сказать всем, кто стоит на страже защиты Отечества, огромное спасибо. Я сегодня говорю всем огромное спасибо всем, кто помогает, чем может сегодня проведению специальной военной операции. Жителей Люберец поприветствовали также депутат Московской областной думы Игорь Кахан и военный комиссар Александр Королев. После минуты молчания, объявленной в память о погибших защитниках Отечества, началась творческая часть концерта. На главной сцене округа прозвучали песни, посвященные России и ее защитникам. Луиза Игиасарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.